Добрый день, дорогие друзья. Я нахожусь в Ганновере, в одном из лесных массивов. Это действительно леса в городе, которым примерно 300, может быть, даже больше лет. И никому в голову не приходит посадить на месте этого леса, скажем, массива лесного, построить дома или возвести гаражи. Нет, таких мыслей нету, потому что это легкие города. И деревья действительно очень-очень старые. Вот я показываю деревья, которым больше 100 лет. И это действительно леса, в которых сделаны удобные дорожки, как велосипедные, так и пешие. В них бегают, ходят, оздоравливаются. И эти леса производят чистый воздух, который так необходим городу. В городе, в котором 500 000 населения, 528 тысяч, он в ширину занимает длину примерно 28 километров. И каждое дерево здесь, оно на счету. И по закону, если кто-то срезает дерево, даже на своем участке, у своего дома, он должен взамен его посадить новое. И в этих лесопарках есть зоны или оазисы отдыха, куда приходят в летнюю жару или в прохладу, холод зимнего дня люди со своими детьми. Здесь находятся вот такие столы, за которыми садятся родители. Здесь находятся вот такие игровые площадки с огромным количеством песка. Вот. И под кронами вот этих больших деревьев в летнюю жару приятно отдохнуть. Приходят на целый день и даже на скамейках здесь ложатся поспать. Вот. Это одна из очень старых площадок. Ей тоже наверняка более 80 лет по состоянию деревьев, по крайней мере, вокруг. Об этом можно рассуждать. И по утрам, в промежутке с 5 до 6 часов, сюда приезжают службы очистки. И мусор собирается, освобождается от того, что люди, может быть, выкинули в мусорные контейнеры, и приводится в нормальное состояние. Вот белочки бегают здесь. Что касается животных, то они просто здесь в огромном количестве и не пуганные. Значит, очень много косуль, зайцев, белок, птиц. Вот. Конечно, это может быть не самая красивая площадка детская, но согласитесь, она удобная и рассчитана на то, что достаточно большое количество людей со своими детьми могут провести здесь отдых. Есть и небольшая футбольная площадка, где подростки могут поиграть в футбол. Вот она, основательно построенная. Вот такая площадка.